стартовала 10-я юбилейная международная научно-практическая конференция «Мультимедийная журналистика Евразии-2016. Национальная медиасистема в условиях новой медиареальности Востока и Запада». Самая первая конференция прошла в декабре 2007 года. За 10 лет ее проведения было прослушано более 1500 докладов, проведено множество мастер-классов и опубликовано более 10 сборников. Перед участниками конференции за это время выступили ведущие журналисты нашей республики и страны, актеры, режиссеры, известные медийные личности. В этот раз участники также приехали из различных городов России, чтобы выступить с докладами и представить свое видение на эту тему. Я буду выступать на секции, у меня доклад «Способы, функции невербальных способов представления информации в Лангриде». На мой взгляд, мое исследование поможет тем, кто с ним познакомится, правильно выбрать мультимедийный формат и использовать его максимально эффективно для построения данного текста. 8 и 9 декабря пройдет работа по секциям, где участники вместе со спикерами обсудят основные направления и механизмы взаимодействия юридического и журналистского сообществ, пределы осуществления прав журналистов и многое другое. Анна Глазунова, Руслан Уразаев, Универ Ньюс.